кто-то хочет автомобильную феерию. Она, кстати, есть в Магнитогорске, в Best Auto, на улице Магнитной, 111. И пока вы в пробке, я бы подумал о второй или третьей машине. А может быть и первой. А теперь вот она, феерия. Как бы вам сказать, практически все из того, что ездит в Магнитогорске, здесь есть. Все-все. Но цена в 2 или в 3 раза ниже цены дилеров. Точно-точно. Зря не верите. И маленький прикол. Нет ни допов. И самое главное, машины здесь в порядке. Во-первых, хлам в отвал. Во-вторых, при осмотре он их, они делаются. Все меняется, и честно. Но есть некоторый километраж. Но зная о том, что чистый японец пролетает легко сумму на спидометре по пробегу более 400 тысяч, легко. Как и немец, как и американец. Таких-то пробегов здесь нет. Да и по сути, что мы можем в городе? Это максимум 75 километров. Перемножив на 365, получаем, ну, чуть более 27 тысяч. И честно, лет на 5 это просто, может и на 10. Но вы поменяете машину, и можно это сделать здесь же, и вам помогут. И вопрос не в сумме с 6 нулями, естественно. Best of то, что на Магнитной 111 заботится о вас. Машины проверенные, подготовленные здесь есть. И джипы, и кроссоверы, и седаны, и универсалы, есть все. Я в некотором событии удивлен, но только в некотором. А так, каждый месяц более 70 и больше процентов новых машин. Я что-то думаю, благодаря это и мне они все находят покупателей. Ну, не только мне, естественно. Все банки здесь представлены, и если ваш мозг не опечален, то всегда можно сделать удовольствие из лучших. Потому что машины — это больше удовольствия. Поэтому они красуются разными цветами и богатым убранством. Потому что автомобиль — это большее удовольствие, чем работа. Работа может хороша, может и нет. Но по приезде и с выездом, и это другая часть жизни. Часть лучшая и своя. Часть вашей жизни. Я думаю, что так должно-то и быть. Вы только любите свою жизнь вторую. Ублажайте удовольствием и не платите много. Сумма не актуальная, и через год при сдаче машины здесь же вы берете более интереснее. Особенно меня радуют жители села. Там дешевле. А зарабатывать, имея части, нужные для Магнитогорска, можно каждый день легко. Рано или поздно, но по сути село же нас кормит. Вы понимаете, о чем я? То есть есть машины в большем количестве, чем во всех автодилерских центрах. Здесь они. Best of Ton. На Магнитной 111. Ну и, собственно, возвращаясь к напечатанному, да, возвращаясь к мною сказанному. Ну, наконец-таки у нас квартиры стали стоить дороже, чем машины. Ну и машины тоже не дешевые стали. Особенно мне нравится автомобиль под названием «Москвич». Да. Куда-то высоко он прыгнул. Ну, у нас, может, продается, может, не продается. С другой стороны, я где-то рядышком здесь вижу такие машины, которые космос стоят. Которые стоят дороже даже, чем трехкомнатная квартира. Потому что средняя трехкомнатная квартира — это 5-5,5 миллионов рублей. Я все понимаю прекрасно, да, что все держат руку на пульсе, что доллар куда-то вверх взрос внезапно-то, с чего бы это, непонятно. Но в любом случае, те машины, которые находятся напротив, стоят еще дороже, чем трехкомнатная квартира. Весьма интересный вариант. Но, вернувшись в начало сюжета, внимательно посмотреть, если уж не посмотрели, то через недельку, может быть, завтра все это дело вы увидите, что таких идиотских цен, ну, мягко говоря, идиотских цен на машины здесь нету. Здесь даже практически новая машина стоит, ну, 2-2,5 миллиона рублей. Такая совершенно новая машина. Все остальное здесь стоит еще дешевле. Кроме всего прочего, маленький нюанс, потому что люди работают, то есть и мы начинаем понимать, что если вы хотите хорошую качественную машину, то где ее можно было бы взять? Есть трейд-ин, но в трейд-ине не смотрят за машиной как таковой. Что взяли, то и продали. Здесь все это дело просматривается. При мне был вопрос. Вопрос, я думаю, решится.
По-другому варианта быть не может. И вы выбираете ту машину, которая будет вас спокойненько возить. Выйдите отсюда, она будет и застрахована, и все это вы здесь сделаете, и кредиты, все здесь есть. Да, господа мои, здесь смотрят за машинами. И давайте все-таки определимся, почему это не цены рынка. Во-первых, это не рынок, потому что здесь другие машины. Там вам выдают все подряд, а здесь люди смотрят и отвечают. То есть немножко другая профилировка жизнедеятельности. В любом случае, даже если вы захотите купить автомобиль, вы можете свой автомобиль здесь продать. Здесь его также берут. В любом случае, вы можете уехать на новом автомобиле, просто зайдя на второй этаж и спросив слово о кредите. Кредит вам выдается, никаких проблем здесь нет. Спокойненько поднимаетесь, заказываете, делаете вариант и выезжаете на новом автомобиле в далекий путь и в новые края.